Фасад городской школы номер 11 не видел ремонта больше 20 лет. В этом году на его обновление и на косметический ремонт внутри здания наконец изыскали средства. Стены учебного заведения сегодня усиленно красят и белят. Подрядчики обещают, что все работы не займут много времени. Уже в начале июня школа заметно преобразится. На текущий ремонт 11 школы было выделено 8,5 миллиона тенге. Малярными работами сейчас занимаются 20 человек. Все работы ведутся строго по графику. Текущим ремонтом в этом году охватят 118 школ. На эти цели из городской казны было предусмотрено 440 миллионов тенге. Кроме фасадов, в обновлении нуждается и отопительная система 124 учебных заведений Шымкента. На эти цели планируется потратить 38 миллионов бюджетных тенге. Мы определили 4 победителя конкурса государственных закупок. Они займутся заменой отопительных систем школ. Еще 6 победителей тендера займутся текущим ремонтом зданий. Капитальный ремонт переживут этим летом лишь 3 городские школы – 27-я, 39-я и 100-я. Строители обещают до 1 сентября эти учебные заведения сдать. Штат сотрудников укомплектован, все они ждут начала работ. Бахром Абдуллаев, Марат Давлетов, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «ОТРАР».